Вот. Это вот такая вот птица. В общем, непонятно, то ли птица, то ли не птица, но я так почему-то подумал, вот, что это какая-то птица, вот. Вот у нее крылья, вот. Вот у нее крылья. Вот такие вот у нее уши, вот так она выглядит. Сверху, ну, вот такая вот. У нее вот такие вот глаза, вот. Ну, глаза это что-то непонятное у нее. Клюв тоже нарисованный, поэтому тут, когда его рассматривать сбоку, не получится, потому что сбоку клюва и глаз не видно, вот. Снизу у него как бы, это две лапы, вот, две лапы. Это хвост, но хвост выглядит точно так же, как и лапа, поэтому тут сказать, что это хвост, невозможно, вот. В общем, сзади вот смотрится вот так вот, снизу смотрится тоже, как будто это и лапа, вот. Вот это, вот, как будто крылья. В общем, я так почему подумал, что это птица, но сказать не могу, что это за животное. Сверху дырка вот какая-то вот, сзади все вот такое вот. Сильно много даже слов нет говорить о том, что это. Поэтому ставьте комментарии, жмите на лайки. Я не знаю, потому что оставить комментарий можно ли будет в следующее время, потому что по нововведениям я не знаю, как оно будет. Поэтому жмите лайки. Обязательно еще выложу видео про вот такое вот непонятное животное. Конечно, выкладывать больше не буду. Буду выкладывать, но, в общем, про что-нибудь другое. О чем вы увидите в дальнейшем на моем канале. Спасибо за просмотр всем.